от мобилы! Ого! iPhone 3GS! Это iPhone? Да, да, это 3G! Что это вообще? Он вообще звонит. А что за коробка сзади? О. Пацаны, вот это настоящий раритет! Смотрите! Каламбур! Блин, я в детстве обожал читать этот журнал. Но вы уже, наверное, не в курсе, что это. Если кто-то помнит, напишите в комментах. Пацаны, здесь много мобил. Чувак на рынке торговал, наверное. Ну, какой-то бесполезная фигня, если честно. Почему? Только они сейчас стоят ничего, $1. Пацаны, заберите ключ, посмотрите, что вообще в багажнике лежит. Ребята, согласитесь, все мы любим смотреть какие-нибудь фильмы. Особенно, если это какой-то высокобюджетный блокбастер. Я думаю, что каждый из нас когда-нибудь хотел себя почувствовать главным героем. Если ты один из таких, то у меня для тебя хорошая новость. Вышла просто офигенная игра с одноименным названием Блокбастер PvP Шутер. Блокбастер PvP Шутер — это убойный онлайн-шутер от третьего лица, мир которого связан с разными фильмами. Локации — это сцены, а персонажи — это герой кино. Взять, например, Хэви. Он каскадер, а его образ взят из фильма «Однажды в Голливуде». Его снял Тарантино. А еще здесь просто офигенная графика. Очень простое управление и уже знакомое для нас всех режимы игры. Такие как Deathmatch и Domination. Геймплей супер динамичный, поэтому одна катка займет у тебя не больше 5 минут. Мне игрушка, например, очень сильно затянула. Попробуй ты. Ссылку на блокбастер PvP Шутер ищи в описании. И зови своих друзей. Вместе веселее. Так, пацаны, еще 4,5 минуты. Катка закончится. И будем снимать ролик. Подожди. Багажник, что? Ну, успели эти багажник. О! В багажнике двигатель. Это сзади, это как Порш. Порш, знаешь? Ключи забрал, пошли смотреть, что успели. Вот это прикол. Может, смотри, где эта кнопка. Давай! О, открыл! Нет, там какой-то, смотри, чемоданчик. Да, обычный. Вот чемодан. Так, смотрите. Наверное, владелец был врачом. Смотрите, какая модная. Сзади крышка такая деревянная. Тихо, осторожно, может, там что-то ценное. Я вижу арбалет. Так, стоп. Я вижу там арбалет! Не смотри, не смотри туда. Зацените, тут кодовый замок. Знаете, что предлагаю сделать? Давайте все, что сейчас мы можем открыть, заберем на ангар. У нас там есть инструмент, ножи, топоры. Потом все это откроем. Согласен. Все, это на ангар. Тут какая-то палка. Палка. Это джедайский меч. Так, ладно, мне больше интересно. Кривяков, что... реально, что за бред? Вообще балуешься с игрушкой, иди там побалуйся, а мы взрослыми вещами займемся. Владелец гаража, походу, любитель мультиков, здесь плакаты Спанч Боба, Футурамы, моего любимого мультфильма, покемонов и рейнджеров. Смотрите, здесь какая-то сумка, пасы. Мы все будем открывать, потому что теперь все, что здесь лежит, это наше, мы это купили. Так, открываем. Пацаны, это какие-то старые кроссовки. Так, старые кеды. Новые, пацаны. Ну понятно, форма какая-то и гантеля. Зачем он носит с собой гантели? Так, здесь пусто, ладно. Чемодан здесь тоже с паролем. Так, нули надо попробовать. Ага, конечно, так тебе вот легко и будет. Забираем. Это мы забираем тоже на ангар. Шляпы из ГЖК явно. Еще один чемодан. О, здесь какой-то вообще. Открыл, открыл. Тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. Это что такое? Это кофемолка старая. Открой. Понятно. Какая-то сумочка, что-то фэшн из моей профессии. Чего? Это кожа крокодилья, чувак. Ну, если хочешь, можешь сделать. Я бы не мерил бы это. Ладно, погнали дальше. Здесь что? Я уже вижу. Это же... Это же фишки! Со Шрека моя. Я себе забрал, все, я не дам. Поиграем? Давайте по три. Давай, я раньше был профессионалом. Я всегда профессионал. По три фишки готовы? Итак, третий беру и выбиваю. Все три. Блин, две! Тоже это две. Забей, ноль. Ладно, прикольно. Я фишки рубал вообще в школе. Пацаны. Смотрите, коробка от какого-то древнего айфона. Очень старого и непонятного. Да где это? Чтоб никому такие подарки не дарили. Это какая-то модная коробка, новая. А нет, ну знаешь что, здесь новогодние старые игрушки. Кубиков. Ну, это его любимая игрушка была явно. Так там говорят открыть этот. Так, смотрите, я хотел выбросить, оторвал нечаянно башку. Здесь нашел какие-то бусы. Она детская, дай мне, я ее выброшу. Да и ребят, знаете, что на серебре есть пробы? Да ну нет, смотрите, это невозможно. Все получается, мое. Да тут еще есть цепочки какие-то. А еще сережка с какими-то камушками. У меня здесь есть новогодние старые игрушки. Пацаны, ну я нашел цепочку, получается, серебряную.
говоря, шишку. Пацаны, надо найти что-то, что будет стоить 1000 баксов. Так, ну это футбол. Полегче, полегче. Обалдеть. Мне кажется, ими по-настоящему воевали. Чу-чу. Прикольный, слушай. Офигеть, еще больше. Пацаны, здесь есть еще арбалет. Арбалет. Так он, может, все-таки был охотником? Я не знаю. Ну, видно, что он не старый. Да, это какой-то новенький. Ну, клево, заберем к себе на ангар. В роликах можно пользоваться. Я вижу какую-то картину. Вы готовы? Я ее сейчас начну. Давай. Раз, два, три. Хотя подожди, это же вышивка какая-нибудь. Женщина стоит. Ну, если честно, какая-то фигня. Почему? Может, это реально денег? Ну все, забирайте тогда. Ну, походу, дешманская все. Да. Конечно, конечно, да. Когда я вот взял в руки, сразу дешманская. Вы сейчас обалдеете. Кто знает, как это называется, пишите в комменты. Я уже забыл. Кто-нибудь шутки? Это все фигня, пацаны. Смотрите, что я нашел. Какой-то лего обычный. Вот так думать не надо, потому что это старая лего. Такие на аукционах продаются за очень-очень много денег. Старая лего? Да, это очень старая лего. Ну, его лучше не вскрывать. Узнаем и потом... В клетке попугая лежит какая-то штука. Открываем. Мне кажется, там что-то по-любому должно быть. Оно тяжелое. Тяжелое. Жемчуг, может быть. Жемчуг дорогой. Это не жемчуг. Ну да, на резинке вряд ли. О, еще один телефон. А это что? Серьги. Явно дешманские. Смотрите, колечко серебряное, наверное. А, вот кольца на зуб надо. Да вот, согнулось. Какое серебро? Короче, наверное, тоже какая-то фигня. Ладно, все, забирай. Это какой-то нож советский. А ей какая-то супер... Закатки делать, штука. Да, бабушка вот такой штукой банки закатывает. Так, здесь какая-то полочка. Холодок. А в холодильнике какая-то коробка. Так, подождите. Вообще-то, гараж стоит 5000, я напомню. Да. Когда мы начнем окупаться уже? Ну да, пока ничего толкового нет. Ладно. Не понял. Ролтон? Но это видно, что новый ролтон, потому что с курицей еще с зеленой полоской. Так, я, пожалуй, возьму куриный, конечно. Срок годности. Сначала. Ну, я себе пачку захвачу. Самый дорогой ролтон в мире. Так, это чашка, смотрите, хрусталь. Да какой хрусталь? Это просто дедовская чашка. Вот такая у бабушки стоит. Что-то, пацаны, мне кажется, мы не окупимся. Колеса, тут под колесами ничего? Не, вроде ничего. Можно гелик подойдет. О, шкатулки. Бац. Так, и... Стоп, подождите. Так, по очереди, Кобяков, не жадничай, не жадничай. Там что-то золотого цвета. Обалдеть! Да я не верю, что такие золотые цепи. Ты отдай сюда. Подожди, я просто посмотри. Надо искать пробу, пацаны. Тихо, где тебе, мне кажется, тебе понравится. Золотая цепь Арго. Это серебряная. Вот этих выглядят, как будто не настоящие. Но вот эти по качеству хорошие, а вот эти две. Вот это уж точно хорошее. Короче, надо будет зайти в ломбар, прочекать. Куртка, кстати, в куртке могут снасти лежать. Или деньги. Ну, в такой-то куртке вряд ли вообще деньги водятся. Это кажется, на самом деле. Рыбаки нормальные ребята. О, я что-то нашел. Слово дай. Коробок спичек. О, же все отсыревшие. Сани, вот я про эти Сани говорил. Блин, ну они такие, знаешь, если бы мне в детстве такие подогнали, я был бы самым крутым. Какая шляпа модная, задрите. Такой странный набор. Кобяков, эта шляпа под себя сделана, задрите. Слушайте, что-то нашел, смотрите. World of Tanks. Зачем танки засовывать в рамку? Зачем? Какой-то словарик, словарь французско-русский. Да все, Владос, забей, иди сюда. Я уже две сумки нашел. Сумки? Да. Так, тихо, там вдруг техника какая-нибудь. Пацаны, я же вам говорю, техника. Что там? Билет. Камера. Ого. Если рабочая, можно продать. Вот это реально круто. Телефон, это какая-то блатная. Блин, ну это какой-то видеоблогер явно. Или репортер. Кобяков, давай смотреть, что там. Как? Микрофон. Оп, такой маленький и погнутый. Уважаемые подписчики, подписывайтесь на канал. Здесь копилка. Так, Влад, спокойно. Так, так, смотрите, какая посудина для этого. Так, стоп, ты что, собирался это сделать микрофоном? Думал, получится. Отойдите. Разбил? Да. Да ладно. Вот тут точно что-то ценное есть. Я знаю ребят, которые занимаются всякими монетами. И если мы найдем монету 1900 года... 1900 знаю, но вижу гривны. Гривны есть? Да. 10 купеек. Так, пацаны, ну здесь ничего интересного нет. План, какие-то пылесосы и все. Так, это получается все? Нет, план, это не все. Еще у нас есть подвал. Вот, кстати, там всегда хранится что-то интересное. Поподробнее. Ну-ка.
Ну, ничего нет, просто доска. Да, конечно, ладно. О! Яма со ступеньками! Что? Там еще такой же гараж! Врубился! Врубился! Пацаны, все стоит, погнали! Обалдеть! Ну вот это да! Давай камеру я сниму, как старая добрая. Вот смотри, клиент! Вы посмотрите, пацаны, здесь шкафы! Три шкаф и дверь! Открывай! Тут еще одна комната! Что? Это что, какой-то бункер? Вот это да! Вы вообще, подписчики, ожидали, что это таких огромных размеров? Что? Да ну нафиг, это же сеть! А ну-ка попробуй открыть. Нет, никак, вообще? Нет. Попробуй код нести. Он вообще все, у него даже батарейка села, пацаны, его надо вскрывать. Что вообще за тупик? Замочный сейф делать с батарейкой. Она же в любой момент садится и все, и ты не можешь. Здесь вот есть лампочка, low battery, тебя предупреждаю, что она может сесть. Баночку огурцов по-любому забираем. Кобяков, принято. Так, короче, замок закрыт, что-то есть. По-любому забираем на ангар, будем открывать на ангаре. Так, все, я сейф выношу, это главное. Тут мешки картошки, лежат яблоки, внизу лежит елка. Все круто. Ну и вообще, офигеть, какого это все размера. Из того, что мы еще не открыли, вот такой вот чемоданчик с паролем. Чемодан на колесах с паролем. И сейф с паролем. И там что-то лежит. Короче, перемещаемся на ангар. Сейчас мы это попробуем вскрыть, посмотрим, что внутри. Ну, а из ценного у нас пока что тачка. Ну что, поехали. Перемещаемся. Ангар. Та-ра-ра-рам. Давайте, пацаны, начнем вот этого чемоданчика. Он, послушайте, вот я пока вел... Обнаружил, что походу там какие-то монеты или украшения. Что-то металлическое, да. Так, как бы его открыть? Предлагаю просто хорошенечко смазать вот сюда чем-нибудь тяжелым. Итак, перемещаемся на резину. И надо вот сюда вот. Смотри, надо вот отсюда бить. Скоро-скоро мы узнаем что-то. Давай. Там пуговицы, пацаны. Целый чемодан пуговиц. Ладно, открывай, пофигу. А пуговицы бывают дорогие? Да все, мой дорогой, смотри, а вот эта пуговица стоит 1000 долларов. Ага, конечно. Ты Кобяков, за 3 берешь? За 3 чего? 1000 долларов? За 3 пацаны. Тебе? Ну, блин, отстой. Зачем хранить в машине чемодан с пуговицами? Это же бред. Ладненько, давайте переходить к большому чемодану. Он легкий, там что-то маленькое. Так, спокойно. Блин, интересно, а вот такие чемоданы открываются при помощи молоточка? О, зачем вообще замки? Так, пацаны, ну тут чисто лук для Кобякова на свиданку. О, или да нет, слушай, это нам пригодится, мы же постоянно в разных образах. Свадебный, реально. Ладно, это неизвестно. Вот это вот. Так, а как открыть сейф? Нужен инструмент потяжелее, сейчас принесу. Смотри, нужно вот так. Серьезно? Доброе утро! Это умазал! Подожди, сейчас попробую выбить дверь. Кобяков, может там драгоценности? Да, Клара, клетка развалит. Батарейки. Пацаны, мы что-то размазали. Нет, это, возможно, батарейки от самого сейфа. Да. А, реально? Все, Кобяков, подожди. Тихо, аккуратней. Бабки! Доставай аккуратно. Бабки! Кобяков, стоп, подожди. Дай сюда. 9, 10, 11. Все, верни. Пацаны, откуда-то бабки? Там еще что-то. Открывай, бей, лупи. Кобяков, блин. В следующий раз надо как-нибудь поаккуратнее открывать, а то мы просто уничтожим. Стой, я завязываю шнурки, не бей! Убегай! Убегай! Он ударит! 1, 2, 3. Жесть, что-то ты все-таки уничтожил. Вот это были деньги. Да, это была книжка с деньгами. Чуваки, в следующий раз сейвы открываем аккуратно, потому что так нельзя. Мобила. Ну, мобила это уже все. В наше время 0 денег стоит. Тихо. Права? Нет, это техпаспорт. Volkswagen, Peter. Вот так мы его продать можем. Год выпуска 1983. Мы купили гараж за 5 штук, и теперь все там внутри это наш. Номер. Номер. Какой-то диск. Ну давайте посмотрим потом попозже. Мы, конечно же, не окупили 5000 долларов, но... И 200 баксов еще у Кобякова в кармане. Так, чисто тебе напоминаю. Я запомню. Я с тобой разговариваю. А? Деньги давай. Больше тут ничего деньги. Нет. Деньги, нет, ты не говори. Деньги 200 давай. 200 или 300 долларов у тебя лежат в кармане. Он не только единорог, но еще и крыса.
Это $100. Давай, бабки. Не, ну мы же потом поделим. Ага. Точнее, да. Ну, конечно, придумаем что-нибудь здесь. Все, больше здесь ничего нет. С учетом этих денег мы окупили где-то, ну, 1500. Поэтому, ребят, чтобы окупить 5000 баксов, мы ждем ваш лайк под этот ролик. Также хочу сказать, что в гараже на кооперативе продаются еще очень много разных гаражей, поэтому пишите в комментариях, хотите ли вы еще такую рубрику. Мы готовы покупать и скрывать гаражи. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Ну все, залипли, ребята, вы что, ролик нужно про... И всем привет! Меня зовут Мата4, и сегодня я целый день буду пранковать пацанов. Из-за того, что мы очень часто снимаем, тогда мы приглашаем гримера для того, чтобы нам замазать синяки под глаза. А уста? Он ничем не отвечает, а постоянно... Здесь имена каждого из нас. Втихаря. Скажу, чтобы он вышел и запугаю его. Единственная проблема в том, что куст немножко отличается по цвету. Но... Серёга, здорово. Можешь, пожалуйста, выйти к машине, помочь мне тут поднести кое-что, а то один не справлюсь. Давай, спасибо. А, ты попался, ну как? Да, хорошо, давай, сейчас пишу. Давай, спасибо. Все, походу прокатило, все, я прячусь и жду Серегу. Бургер, соус, опять. Я все пройду. Ну да. Сейчас поедем.